В январе 2019 года оперативная обстановка в Новополоцке оказалась достаточно сложной. Совершено два преступления из категории особо тяжких. Вместе с тем уровень преступности в Новополоцке остается ниже среднего показателя по всей Витебской области. Об этом сообщили в ходе заседания аппарата городской власти. В Новополоцке по итогам января показатель преступности составляет 14%. В области это 25%, а в республике 27%. Кроме того, произошло снижение преступлений по линии уголовного розыска с 9 до 6. В период с 28 января по 9 февраля в Новополоцке были проведены комплексные оперативно-профилактические мероприятия с участием всех заинтересованных служб. Раз уже мы ее наладили, подняли на такой уровень, вот она в таком духе и должна дальше идти. Немножко где-то там будем дошлифовывать, корректировать с учетом меняющейся обстановки, но ни в коем случае не снижать темп требовательности и работу и тех же АПОП, и та работа, которая у нас идет там по линии образования, здравоохранения, ГУВД, вести планово, согласованно. Глава города Дмитрий Демидов на совещании аппарата городской власти подчеркнул важность взаимодействия всех субъектов профилактики в вопросе повышения общественной безопасности. Виктория Клементьонок, Артем Табаков, Вектор ТВ.